Давайте сюда. Да, она недавно до нее дошла, что курочка это курочка. Ей теперь жалко. Не, она не акцентирует. Не, мы ходили по воде, но... Как вы уже поняли, мы снова на своем озере. Пошел ливень, где мы гуляли. Нам пришлось спрятаться в ресторанчик. Мы там перекусили, свою еду поели. Поели и у них курочку заказали. И приехали на свое озеро посидеть, поболтать. Вот. Мы сегодня не одни, сегодня я со своей давней знакомой. И вот тут нам дали деточки чуть-чуть поболтать капель. Тут мы посидели, они продолжают есть, тут поиграли и снова начинает дождик капать. Вот. А вчерашнее это видео оборвалось, я хотела вам рассказать, у меня села трубка и рассказ не удался о том, как я ехала и как все это было непросто. Я обязательно сегодня продолжу и попробую вам рассказать, честное слово. Но сейчас уже прям ветерочек, и очень-очень хочется нам собраться и ехать в город. Вообще прекрасно отдыхаем. Смотрите, ни одного человека здесь нету. Ноль людей. Необитаемый остров. А мы уже дома. Я сейчас буду чистить. Ну, вот этот обрежем, ничего страшного. Маленький, красненький. И еще. И подберезовичек нашли мы сегодня случайно. Сейчас почистим. Всем добрый вечер. Сейчас 21 час. Детей положила спать. Искупались. У нас тут такие сложности. Воду отключили. У нас водогрей 30 литров. Воды не хватает, чтобы помыться спокойно. Мыла их очень быстро. Прям вообще не дала им под душем стоять.
Да, даже не 21, а еще меньше. Очень рада, что удалось их положить спать. Хочу с вами поболтать немножко. Значит, сегодняшний день мы провели на природе с давней знакомой, которая психолог. Очки мои отсвечивают, не знаю, хочется сесть так к вам поближе, а очки отсвечивают. Вот. И это не было никакое психологическое консультирование. Кстати, у нее идет набор в группу раз в неделю занятия. Если кому-то интересно, то или пишите нам контакты, или посмотрите ВКонтакте у меня на стене. Дам контакты, ВКонтакте на стене. Вот. Не было это психологическим консультированием как таковым, но мы разобрали столько моментов, которые я не могу с обычными людьми разобрать. Конечно же, психологи, они такие особенные люди. То, что я думаю, очень часто я не могу говорить, потому что просто многие не поймут. И приходится не говорить, а сказать-то хочется. И вот мы все разобрали ситуацию с Марселем, по полочкам разложили. Мою версию она подтвердила, что очень похоже на правду. Когда-нибудь, возможно, я с вами поделюсь, но делиться сейчас не буду, потому что все это очень еще живо. Не хочу, сейчас опять начнутся комментарии. Вот, просто вам рассказываю, что провести день с психологом это очень полезно. Провели мы в сумме часов 7, наверное, вот, без прерыва болтали. Дети на природе, конечно, чуть-чуть мешали, но в целом было, в общем, неплохо. Как вы видели, мы опять попали в ресторан. Как я сказала Тёме, мы случайно были в ресторане, спрятались от дождя, на что он сказал ха-ха. То есть мы все равно по-любому якобы попали бы в ресторан. Но нет, это не так. Это ресторан «Шалаш», около которого мы гуляем уже 3 года, и ни разу мы там не были, хотя очень хотелось. Еду мы ели из-под полы свою, бутерброды с ветчиной, запивали своими соками из коробочек втихаря. И гроза, кажется, начинается у нас вообще так громко. И свой чай я из термоса пила. Единственное, что мы заказали у них, вот этот цыпленок обалденный, которого я сняла, он какой-то был очень вкусный. Вот так прошел наш день. Что хочу прокомментировать немножечко. Исходя из того, что мне пишут в комментариях, и исходя из того, что мне говорят лично мои знакомые, я узнаю, что, оказывается, создалось впечатление, что мы снова живем с Марселем вместе. Нет, это не так, мы не живем вместе. И вещи он сюда не перевозил свои. Папа наш приходит, исправно приносит продукты. Не то чтобы он полностью меня освободил от покупки продуктов, к сожалению, нет, но я на это очень надеюсь. Вот. Но приносит их по утрам, где-то через день, через два приносит по моему списку, покупает или добавляет, если есть возможность, что-то от себя. О переезде речи пока нету, потому как, когда возникают ситуации, когда мы должны принять какое-то совместное решение, например, вот вы видели, он помогал переезд закончить, гулял с детьми там около дома. Я пока продавала комодик, потом мы везли вместе какие-то сумочки. Все это очень проходит конфликтно. К сожалению, мы не можем найти никакого взаимопонимания. Я не готова вот прям стопроцентно поддерживать эту игру, что я должна молчать все время. Я устала от этой игры. Я не могу больше. И поэтому я разговариваю. Как вы заметили, я люблю поболтать. Вот, даже пользуясь случаем, болтаю с вами. Он считает, что женщина, которая рядом с ним находится, не та, которая на застолье в гостях или играет в кругу там в какие-то настольные игры или продавщица в магазине. Нет, не та. А женщина, которая рядом с ним, она непосредственно должна молчать. Я воспитана по-другому, я воспитана в русских традициях, всегда все у нас разговаривали бурно, когда родственники встречались, конечно же, все женщины тоже разговаривали, рассказывали наперебой, но у нас такого правила не было, чтобы вот именно женщина молчала. Я не знаю, откуда у него это, но вот я это не могу. Как только мы делаем совместные дела, нужно решать какие-то вопросы, я начинаю разговаривать, и, в общем, это вызывает его бурное недовольство. Поэтому на данный момент о переездах речи нету. Детей он видеть хочет. Если попадается, что по его маршруту по работе мы где-то гуляем, он заезжает.
Собственно, вот почему создалось впечатление, что мы живем вместе. Я не знаю, может быть, от того, что я говорю, вот папа купил. Да, папа покупает, и частенько он приходит среди ночи или рано-рано утром, когда только подъем, чтобы уехать уже 8:30 на работу. Да, я произношу, что вот папа купил. Я как бы очень рада, что он покупает продукты, что я не несу эти тяжелые-тяжелые сумки в своих руках. Вот. Так что вот развеиваю миф. Хочу развеять этот миф. Мы не сошлись вместе, мы не живем вместе. Если какие-то у вас еще вопросы, обязательно пишите их, или если какие-то домыслы, потому как есть также подписчицы, которые что-то там придумают себе. Потом вы видели, да, такие тирады напишут мне под видео, комментарии длинные, какие-то недовольные, и демонстративно отпишутся от канала. Если что-то у вас есть, вы можете меня спрашивать, я обязательно отвечу, вроде бы как я стараюсь ответить. Да, кому-то я там, девчонки, написала, что отвечу в видео, я сейчас помню вот эту фразу прямо, что я написала «отвечу в видео», но о чем шла речь, я сейчас не могу вспомнить. Я с детьми сейчас одна, 24/7, у меня нет няни, нет бабушки, как и раньше, просто у нас сейчас еще и нет садика, поэтому они просто мне взрывают мозг, они постоянно вот так вот дерутся. Постоянно все-все-все делят. И я читаю все ваши комментарии, обязательно что-то пишу, отписываюсь, но не всегда помню. Да, извиняюсь, у кого спрашивала уже по 3 раза, сколько лет вашим детям. Девчонки, но я поняла, что смотрят меня с детьми, мамой. Меня радует вот это. Я хочу записать видео про букварь Жуковой, как с ним именно работать, как легче. И про азбуку Олеси Жуковой тоже. Я поняла, что у меня есть такой вот слой мам, родительниц, детей, похожего на нас возраст. Я это поняла. Но если я спрашиваю вас, потому что вы что-то написали, мне сразу же интересно. Если я вас уже спрашивала 3 раза, то простите меня, пожалуйста. Я, конечно же, не помню имена, возраст не помню. У меня вот такое создается впечатление, образ мам маленьких детей. Также я знаю, что смотрят с Парнаса, это очень приятно. Вот. И, может быть, если я действительно начну работать, кстати, про работу сейчас скажу, то, может быть, вам даже будет это интересно. Значит, по поводу работы рассказываю. Я на данный момент договорилась. Не могу употребить слово «устроилась», потому как момент устройства на работу, наверное, это все-таки договор, либо трудовая, хоть что-то. На данный момент я договорилась о работе. С 1 сентября буду вести группу дошкольников из 8 человек, если они ее наберут полноценно, по подготовке к школе. Вот буду вести, что и вела раньше, вела я индивидуально, а теперь буду вести группу чтение, письмо и математика. Программу от меня не требуют какую-либо, от меня требует, чтобы я вела какую-то программу, которую сама считаю нужной. Вот такой руководитель попался, это прям вообще замечательно. Вот. Ну что, всех люблю, всех целую. Вчера не дорассказала, сейчас вижу, аккумулятор садится. Обязательно дорасскажу, как я вела машину и что вообще происходило. Вот пока я еду, смотрю YouTube, и что происходило дальше, это просто вообще взрыв мозга. Обязательно расскажу. Может, даже сейчас включу зарядку и расскажу отдельно. Всех люблю, всех целую. Спасибо, что провели этот коротенький денек с нами. Я мало снимала, потому что я очень много лично общалась. Это было для меня большим праздником. Все. Пока-пока. Не забудьте переслать это видео, если кому-то интересно. Всем пока.